Привет, друзья, и мы продолжаем с вами играть в TabCats Idle Warfare. Мне не знаю, почему понравилась эта игрушка, и я не играл в нее, а деньги зачислялись, и они что-то проходили, убили гребаное количество врагов, и поэтому мне 309 тысяч. Вдумайтесь, вот еще какой-то Каджарт Никсон, или он у меня был. Но просто дикое-дикое количество всего ко мне пришло, и на это бабло я могу улучшить, вот, например... Добытчика давайте, чтобы было больше бабла. Серьезно, чем больше бабла будет, тем будет круче. Просто в самого бесполезного перса на данный момент для меня я постараюсь влить как можно больше. Все, сотый уровень. Окей, добытчик переходит. И начинаем качать, начинаем. Эй, стоп. Добытчик. Вот. Нет? Ты не хочешь? Я не могу тебя прокачать? А, что за... Бред. Я думал, я смогу прокачать. Ну ладно, придется прокачивать вообще всех, кого я тут могу найти. И, наверное, лучше бы доктор Котник. Доктор Котник, пожалуйста, спаси всех, кто тут есть, усилий способности. И мы сможем воевать с ними на равных, надеюсь. И... Максимальный уровень. Нит... Я вроде бы переключаю, но как бы... Как вторую звезду получить? Need to star. А где я возьму две звезды? Мне реально теперь интересно, где взять две звездочки. Так, котобаза. Мы можем тебя выкинуть нафиг? Открыть раньше за 20 тысяч, а? Я сколько котов-то, по-вашему, должен открыть? Слушайте, ну бабло летит, по крайней мере, вот это деньги. Так, а если пушистые лапки апнуть? Посмотрим, что он может сделать. Посмотрим. Сейчас выяснится, что он ничего не может сделать. А я в него просто так вливаю бабло и куча ДПС. У него офигеть просто. Да он всех должен одним ударом ловить. Он, по-моему, это и делает. Капец. Это что? 200. Я бы еще понимал. Что это? Так, расправиться. Слушайте, деньги-то летят. Деньги летят. Джаккард Уинксон, хрен знает, что ты делаешь, но у меня есть доктор Котник, который должен усиливать, но он нифига на самом деле не делает. Как получить две звезды? Просто, как получить две звезды? Объяснит мне кто-нибудь, как я должен перейти сюда? Он меня заблокирован. Так. Оу, мы пролетаем на следующую локацию, и вот здесь-то мы с ними повоюем. Куча бабла, и враги становятся ватными, по-честному, это очень ватные враги. Драка крылоттер, ну-ка давайте посмотрим. Ничего особенного, абсолютно ничего, бесполезная фигня. Он не дает мне абсолютно никаких преимуществ перед врагами, по идее. Эй, золото, золото, золото. Чем больше бабла, тем лучше. Вот как мне им уровень повысить, кто знает. Ребят, подскажите в комментах, как повышать уровень этим гадам, чтобы они развивались хоть как-то правильно. Гай Котинус. Давайте сделаем этого чувака мега сильным. Ну, если получится. Да, не очень сильно получилось. Но все равно, кстати, игрушка в офлайне дает кучу бабла, и это дико прикольно. Жидкий мышелов. Может, его следовало качать. Пушистые лапки — это вообще просто какой-то зверь, который уничтожает все на своем пути. И ему осталось 7 уровней. Как его прокачать на следующий, я понятия даже не имею. Так, а если мы включим эту фигню? А, ДПС еще больше вырастает. Офигеть, офигеть, офигеть. Получить, 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 получить. Не знаю, что это бы значило, но все мы получим. Так, мы все получим. Наша цель в этой игре — добраться как можно выше и уничтожить все, что нам будет противостоять, чтобы это не было. Не было. Так, ну у нас, в принципе, ничего толкового больше нету. Использовать кота. Ну, давайте используем. Ой. Это какой-то летающий хрыщ. Ну, пускай он вот так будет стоять. Уровень можем повысить этим гадом. Ну, блин, Гай Котинус очень крутой чувак, но ДПС от него не так много, как хотелось бы. Но давайте его все равно повышаем. Он вроде не так много жрет ресурсов для того, чтобы не повышать его уровень. И он все равно... Моделька крутая, и атака у него крутая. Он стреляет с МП-5 с одной руки. Это выглядит крайне здраво. Но у тебя враги-то все сильнее и сильнее. Мы их не можем уничтожить одной волной. Одним потоком просто. Так. Ты бесполезная, я так понимаю, тварь.
Ты нам что даешь? Абсолютно ничего. 650. Ну-ка, а ты? 25. 650. Ну, блин. Если только его тоже увеличивать. Потому что, ну, дракончик, который дает нам больше бабла. Это, по-моему, это уже очень круто. Так, ну-ка. Давай. Вот. Вот. Ну-ка, что это? Котяра! Мне кладбище кошачья лужайка. Отлично, магазин. Что мне выпало? Так, медиа, престижи. А где мне брать престижи? За что я зарабатываю престижи? Ну-ка, в мире 100, множить эликс 1, от миров 40, от котов 0. Ага, плюс 5 золота, откроется в мире 101. Ага, все, я понял. Для того, чтобы стать по-настоящему рульным чуваком в этой игре, необходимо получить престиж, который нам очень сильно дает на апать уровни. Мы уже на 42-м, осталось пройти не так много. Кого же из них? Гайкотинус. Гайкотинус должен быть крутым чуваком для того, чтобы он мог расправляться с любой тварью, которая тут есть. И я думаю, это у нас получится. Потому что посмотрите, как изи мы их отделываем. Просто изи, катабаза. Хардзюкат, кто ты такое? Или что ты такое? Но он нам саппортить может, поэтому... А, ну мы можем использовать гребаного кота. Так, а где Хардзюкат? Хардзюкат, я призываю тебя! Так, ячейки на поле боя. Так, я понял. Ну-ка уйди. Где этот Хардзюкат? Так. И что ты делаешь? Чувак. Ты просто можешь их улучшить? Ну. Я... Окей, ладно. Надеюсь, они реально такие крутые, как они тут показаны. Апают нас. Так, отлично. Время. Время наше идет. И мы все приближаемся к более сильным волнам, где все деньги, которые накопились за время нашего с вами отсутствия в игре, сделали нас только сильнее. Но при этом враги тоже не дремлют, и они становятся все сильнее и сильнее. С каждым гребаным уровнем. Их все сложнее и сложнее побеждать. Видите, мы даже одним ударом не справляемся уже нашего замечательного пушистых лапок. Или справляемся? Ну, это все очень спорно. Справляемся мы или нет, это субъективно, мне кажется. Так, Гайкотинус уже 58-го. Усатый волос. Это, видимо, только с престижа откроется фигня. Потому что нам необходимо больше, как можно больше. Посмотрите на очки престижа. Множитель x1, от миров 46. Я прошел, потому что всего 46 миров, я понял. Награды даются. Ага, золото, открывается престиж. По-настоящему тратить свои жетоны на улучшение котов. Ну, блин. Сейчас бы еще собрать этих улучшений. И эти коты бы еще воевали как следует. И на как можно больше ДПСа, для того, чтобы справляться с каждой из этих тварей. Ну, просто посмотрите на них. Вот эти. Не эти ли чуваки должны быть мега крутыми? Доктор Котник усиливает очень неплохо наших воинов. Всех, кроме летающих, я так понимаю. И левитирующих. И это весьма неплохо. 62-й Гайкотинус. У него 3000 ДПСа. Что, в принципе, очень мало по сравнению с тем же, что вносит. Просто что вносят пушистые лапки. Пушистые лапки просто топич. Посмотрите вот на это. Вот как вот. Ну, блин, этого тоже надо качать, я так понимаю. О, еще какая-то фигнюшка выпала. Но мы, наверное, не будем на нее заморачиваться. Добро пожаловать в пустырь утеса. Я подобрал какую-то шняшку. И эта шняшка 60 кристаллов престижа. Да, блин. Что это такое? Информация. Воу! Из престижа можно выбить каких-то мега крутых котов? Это офигенно! Медиа-коты. Но. Блин, это, конечно, все четко, но у нас нет медиа-поинтов, и что-то я не хочу их зарабатывать. Честно скажу, как-то это... Не знаю, нужны ли они нам вообще. Ну, наверное, вообще-то нужны, а так... На 14 уровне жидкий мышелов получает уже 1080... ДПС? Ой, 1800, извините, меня вложу в заблуждение. И это второй ДПСный персонаж, который у нас есть. Он этот сотый уровень. Кстати, а если я сделаю вот так вот? Так, ну-ка. Это у нас чувак достаточно сильный. Так, он бафает всех наших ближних чуваков. Да, слушайте, а ДПС-то нехило возрастает, если рядом с ними наши крутые ребята. Ага. Ты у нас тыришься, тыришь золото.
Вот это вот драка крылотер, блин. Как сложно их запоминать. Драка крылотер. Так, надо прокачивать. Не забывать прокачивать для того, чтобы жидкий мышелов становился все круче, круче и больше дамага наносил. И этот просто раскаленный наш, мега раскаленный котяра сможет уработать тут всех. Я надеюсь. Ну или нет. Ну, время покажет. Наш суммарный ДПС 19 тысяч, что ли? Я так понимаю. Ой, блин, сколько же бабла надо тратить. Блин, походу не заходить в игру намного эффективнее, чем сидеть в ней и зарабатывать бабло таким образом, потому что вроде тебя не было и вроде все прокачалось, все такие крутые стали, быстренько прошли кучу волн, а тут еще можно до престижа дотянуть. Ну так что, ребят, не забывайте, если не хотите пропускать новые ролики, жвакнуть по колокольчику, и вы всегда будете в курсе новых видосов. Вот, блин, ну вот эти вот крысы, или кто это? Вот, вот это точно крысы. Блин, они все очень похожи на каких-то медийно, скажем так, известных персонажей. Но я узнаю тут одного из 10. Поэтому фиг знает. Вот напишите в комментах, кто тут откуда. Вообще, потому что, ну, как бы, вроде бы чем-то знаком, попахивает, но это какие-то локи были сейчас только что. Ну, Тирекс Повар, это... Вот это что? Что за псина такая? What? Оу, ну и твари же тут обитают. Ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Увидимся с вами в следующей серии. До новых встреч и всем пока!